Наше первое доброе дело началось с поездки в село Табага. Здесь, в двухэтажном, частично благоустроенном деревянном доме, проживают многодетные семьи Клыгиных и Неустроевых. Молодая мама Алена Клыгина одна воспитывает 4 несовершеннолетних детей. Из-за отсутствия прописки в настоящее время не работает. Живут на детское пособие. Многодетная мама в чистоте и порядке содержит съемочную квартиру. Нас гостеприимная хозяйка встретила радушно, угостила домашними кексами и чаем. Очень культурная и общительная Алена Клыгина и детей своих воспитывает соответствующе. А на втором этаже дома разместилась семья Неустроевых. Мать семейства Ульяна воспитывает 3 несовершеннолетних детей вместе с мужем. 2 старших сыновей учатся в Табагинской средней школе. Сама Ульяна является студенткой 1 курса очного отделения Жатайского техникума по специальности медсестра. Наши героини очень трудолюбивые и ответственные, прекрасные мамы и хозяйки. Помимо прочего, пользуются уважением населения села. А как только мы вернулись в Табаги, сразу же получили приятное видеосообщение по WhatsApp от Алены Клыгиной. Хотела бы выразить слова благодарности, поблагодарить коллектив «Новый день» телеканала НВК «Саха» за то, что уделили свое время, подарили нам очень хорошие подарки. Ребятишки очень довольны. Мы были очень рады познакомиться с семьями и подарить им свое внимание, а взамен получить самое лучшее – радость и улыбку.